Присоединение Крыма к России – это важнейшее историческое событие. Сегодня обсудить его со школьниками собрались лучшие профессоры и доктора наук города. Значение события, о котором мы говорим, воссоединение Крыма с Россией, оно, ну как бы это ни казалось парадоксальным, шире, чем геополитическое его значение. По мнению ученых, речь идет скорее о морально-психологическом настрое нации. То чувство сплочения, которое вернулось, может быть, к россиянам после этой даты. Потому что на самом деле, я вам скажу, это не новость ни для кого, и все согласятся, но России приходится платить за это. Действительно, мнения зарубежных стран очень серьезно разделились. И это, конечно же, отражается на внешнеполитической обстановке. Официально, может быть, не так много стран поддержали и признали вхождение Крыма в состав России. Но то, что это укрепило позиции Российской Федерации, то, что это усилило ее международный вес, престиж, авторитет, способность влиять на развитие событий в мире, это однозначно.